Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Вот так вот идешь по Буэнос-Айресу и случайно встречаешь крипто-кафе. Смотрите, Bitcoin accepted here написано. Привет, чуваки. Привет. Как идут дела? Хорошо. Вы что, реально принимаете крипту? Да. То есть я могу купить кофе за биткоин? Да, конечно. За любую крипту? Даже за лайткоин? Ага. Круто. Да, попробуем. Что у вас тут есть? Капучино? Давайте капучино, пожалуйста. Отлично. Большой. Лонг, конечно же. Сейчас сделаю. Видите, у них тут I accept Bitcoin написано. И вот такой вот выбор. Сейчас мы посмотрим, как это все происходит. Вот такой вот мерч. Вау, мы еще можем купить мерч с биткоином за биткоин и эфир. Ну вообще, бомбец. Вот, написано также Binance. Но мы с вами знаем, что диверсификация по разным биржам — это все. И вот такой вот стоит замечательный биткоин-банкомат, который, на котором Windows пишет, что no функционале, как это тут называется. Не работает, короче, биткоин-банкомат. Но можно купить, продать и обменять крипту прямо на кассе у чувака. Давайте посмотрим, что есть за мерч. Может быть, что-нибудь выберем вместе с вами. Носочки. Вау, я думаю, что да, нам нужно по-любому этот мерч. Обалдеть. Ну все, Гриня пришел. Гриня пришел домой. В общем, чуваки, сейчас мы будем платить лайткоином. Я не знаю, как мы это будем делать. Вот как это выглядит, ребята. Давай попробуем лайткоином. LTC. LTC. Да, конечно. How much like? Сколько стоит? И вот так вот это выглядит, чуваки. 0.11.2 лайткоина нужно оплатить. Окей, сейчас. Давай, спасибо. 2000 years later. В общем, у них все зависло, но я лайтки перевел. У меня показано, что они пришли. You can check it by the blockchain. Окей. Okay. So can I take my coffee already? Good? Да, конечно. This is my channel. But it's on Russian. You won't understand anything, but you can see your cafe in my Отлично. Channel. Gracias. Muchas gracias, señor. Так, ну что, мы получили кофе и кружку. Офигенно. И вот такие курсы у них сегодня. Так, ну и давайте тогда обзор рынка, что происходит с биткоином, ребята. Биткоин, мне на самом деле не нравится, как он спускается вот в этот канал, о котором мы с вами давно еще говорили. И да, вроде как мы удержали 0.5 фибу, но это пока ничего не значит. И вот если сейчас биткоин посыпется вниз, то что будет с альтами, ребята, страшно даже представить. Поэтому смотрите, конечно же, EMA Ribbon на недельном таймфрейме все еще удерживается. Это прекрасно, вроде как все говорит за хороший отскок и to the moon. Но, ребят, на месячном таймфрейме, в принципе, у нас впервые вообще слом тренда. И как бы сейчас у нас, по идее, как раз медвежье отвержение происходит от этой сетки. И типа мы летим вниз на 12к. Это если верить в шорт. Но на самом деле то, что мы так низко уходили здесь под сетку, это только потому, что мы не улетали выше в этот раз. То есть у нас сетка средних скользящих не успела подняться так высоко, как в предыдущие разы. Только поэтому мы ее здесь не удержали на месячном таймфрейме. Потом, опять же, соответственно, в двухмесячном таймфрейме мы ее удержали. И что тут скажешь локально? Дневной таймфрейм. Ну вот мы падаем ниже, тестируем ее как сопротивление. Локально вообще выглядит в шорт. На самом деле. Но я набираю лонги, ребята. Набираю лонги по альтам, потому что ну, это просто какой-то подарок. Посмотрите. Потому что, смотрите, по ТРДРу-то у нас с вами все еще покупки. И очень-очень сильные. Очень-очень сильные покупки маячат на этом уровне. И на самом деле цена забивается в такой некий как бы треугольник, из которого выход только один. Либо наверх, либо вниз. И очень сильный. Напишите в комментариях, как вы думаете, куда пойдет цена отсюда. Ниже 25 тысяч долларов или выше 30.
Вот. А по альткоинам, что я вам хочу сказать, ребят, такого перепроданного долгого значения, как здесь, мы никогда еще не видели, как сейчас. И вот мы только начинаем отскакивать. По альтсезон индексу вы можете видеть, что мы уже не на 4, а на 16%, соответственно. Вот мы видим, что некоторые монеты стреляют, несмотря на то, что все остальные в красной зоне. Поэтому мы видим это движение. А так-то, конечно, кроме биткоина и эфира, нельзя сказать, что кто-то вообще хорошо держится. Эфир тоже вывалился, кстати, из канала вниз. Это локально довольно-таки шортовый знак. Не очень хороший, что мы сейчас прямо не идем к нашим тейкам, а скорее... Ну, хотя вот оно уже происходит. Смотрите, эфир спускается вот к этому теперь предыдущему уровню 1680-1700 на потенциальный ретест его уже как поддержки и возврат в канал. Эфир BTC тоже, на самом деле, смотрит в коррекцию. Блин, ну Binance BTC, конечно, вообще. Но я хотел с вами поговорить про Dash, ребята. Про Dash, который переписал свой all-time fucking low. Ну, не all-time, но вы поняли. Который переписал свой low многих последних лет. Он упал ниже корона дампа. Понимаете? Не сильно, но ниже. И суть в том, что я это покупаю. Я считаю, это buy the dip. Может, я псих, может, проект Dash скам. Но я это покупаю, и кто-то совершенно правильно писал. Я также покупал эфир классик и Dogecoin на лоях, на самых. И лайткоины. Все писали тоже, что псих и что это скам. Поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Dash BTC, ну просто, я не знаю, что. Ну вот, посмотрите, Dash BTC, вот это все надо выкупать и лететь, потому что я думаю, что все будет с ним нормально. Я и касту покупаю, и Dash. На Фемиксе, в кроссе, в кросс-марджине под 0% все еще можно занимать крипту. Вот я наращиваю здесь портфель, сейчас пока на Dash и ETC только перешел. На бирже Фемикс по ссылке из описания, реально, кто еще не в теме, вы можете одалживать все, что угодно. USDT, BNB, все, что угодно под 0%. Кроссе и покупать на это альты. Ну вот смотрите, допустим, у вас есть $1000, вы хотите купить альтов на еще на 2. Вы можете одолжить эти 2, пойти вот в Бору, USDT и посмотреть, сколько вы можете максимум одолжить. Вот я сейчас могу максимум одолжить 12 и чего-нибудь купить на них еще. Под 0% годовых, ребята. Это просто сумасшествие. Так что я думаю, что я сейчас этим и займусь. На Байбите тоже лонгую Dash, несмотря на все плохие новости от Гэри Генслера и всю эту прожарку его. Слушайте, мне уже, честно говоря, вообще так скучно все это слушать. Ну, это такая ерунда. Они там, это какие-то конвульсии предсмертные, понимаете, всех этих ФРС, ШМРС. Они просто все скоро скаманут. И выживет крипта. Но не вся, а правильная, крутая крипта. И Dash, кстати, это реально крутая децентрализованная крипта с ограниченной эмиссией. Ее ни разу не ломали, она себя никак не компрометировала. Это вам не Луна, а FTX. И не шибы флоки. Поэтому, чуваки, давайте запампим Dash уже. Че мы с вами-то, я не знаю, в конце концов. Все из него хомяки уже вышли, их ликвиднуло, всех, кого только можно. Нас с вами уже сколько ликвидировало. Но просто посмотрите на то, что Dash – это факин падающий клин в падающем клине. Посмотрите, я вот тут на Полониксе нарисовал вот такую вот историю вчера, на днях. Посмотрите, как это выглядит. Это просто сумасшествие какое-то. Dash выглядит, вот, в логарифме это просто падающие клины, вот такие вот, видите, которые пробиваются потом наверх. А в линейном масштабе, посмотрите, как это выглядит красиво. Так что, ребята, у Dash есть все шансы переписать как и вот этот локальный хай, так и вот этот all-time хай. Весь вопрос только в желании маркетмейкеров. А так я сейчас с перспективой смотрю на всю альту. Polkadot, посмотрите, вон, Classic тоже набираю. Все просто переписывает какие-то лои немыслимые. Конечно же, это надо покупать, чуваки, но вы потом смотреть будете, локти кусать. Сейчас все троллят, пишут там Грини, или наоборот, там пишут, чтоб ты сдох, Грини. Это нормально, это такая стадия рынка, это фаза рынка такая. А когда нужно будет уже продавать, вот там все побегут покупать. Так что, ребята, будьте впереди паровоза. Всем профитролей. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. На Битгете, кстати, вот я еще набираю сейчас лонг по битрэшу. Несмотря на то, что битрэш еще не переписал лоу, в отличие от Dash, но он, возможно, кстати, его перепишет. Я потихоньку набираю по нему лонгец. Но дисклеймер, не финансовый совет. Разгружаю при этом немного. Никак не могу с вами попрощаться, видите? Разгружаю немного BitGet токен на споте, который я покупал еще вот здесь. Разгружая его на споте, перевожу в BitDAO. В BitFuckingDAO, которое, да, сейчас тоже падает, чувствует себя не очень, но в какой-то момент оно развернется и сделает вот так вот. Поэтому всем тузаму на профитроли, иксов, хорошего настроения. С вами был Грини. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Тейк обязательно ставьте, стоп. Хотя бы частичный. В телегу к нам подписывайтесь. Все ссылки в описании. Очень низкий риск, чуваки, просто помните, что очень низкий риск.
ультра-мега-супер перепроданные значения глобально. Binance Cafe, Bitcoin Cafe, как они называются, крипто-кафе, короче, вот, респект им тоже большущий за прекрасное мое настроение для этого выпуска. И до следующей встречи, пока. Да, ребята, это не монтаж, это реально Binance Cafe. To the fucking moon.